попросили показать весь процесс заказа продукции спортивных добавок, которые я выбираю для себя ежемесячно через сайт Fitomarket, где находится как раз мой бренд, который я употребляю уже второй год. Итак, мы заходим в Яндекс или Дзен. В данном случае я захожу в Дзен. Латинскими, можно русскими бить. Fitomarket. Fitomarket. Вон оно выбрасывается автоматически, потому что сайт довольно-таки популярный. Fitomarket.ru. Зашли. Он в первой линии. Fitomarket от Evalar. Клик. И вот он, официальный сайт. Красивая фиолетовая расцветка. Мне нужна продукция Evalar. Сразу слева, в верхнем левом углу. Бью Evalar, чтобы убедиться, что все будет от Evalar. Теперь можно, конечно, уходить вот сюда, в спортивное питание. Я этого делать не буду. Я сразу иду в запрос. Поиск товара. Бум. Мне нужен. Иду дальше. Что мне дальше нужно? Дальше мне нужно жидкий магний. Тинг! Сразу вылетает жидкий магний от Evalar. Офигенный продукт. Запомните о всех этих продуктах. Я вам сниму отдельное видео позднее. Выставлю у себя на канале. У вас будет возможность это посмотреть. Вот. Описание, кому надо, посмотрели. Офигенный продукт. Я его очень хорошо знаю. Потребляю его давно. Мне нужно две коробки. Бум. Две. Цена. И в корзину опускаю. Клик. Все. Товар успешно добавлен в корзину. Я возвращаюсь сюда. Поиск товара. Следующий у меня идет BCA. BCA. У Evalar разновидности BCA, поэтому можно выбирать. Мне нравится не порошковый, а капсулированный. Вот я выбираю капсулированный BCA. Вот он у меня есть, в корзину его. Одна. Мне будет достаточно баночка. Возвращаюсь дальше. Клик. А глютамин, мой любимый. Глютамин. Все на русском выбиваешь. Вот сразу вылетает. Evalar Sport Export. Глютамин. 400 грамм. Это основная добавка, которую я принимаю практически постоянно. Одна банка. В корзину ее. Добавлено? Добавлено. Идем дальше. Что у нас? Омега-3. Видите, тут все очень просто, ребята. И я выбираю омегу. Можете выбрать тут разновидности и по цене, и по объему, и по количеству капсул. Я беру омега-3, 30 капсул. 950 миллиграмм. Не, возьму, наверное, 700. А то я не люблю большие глотать. Я возьму 700. Бум, за 890 рублей. Добавляем. Клик. Угу. Что у нас еще по списку у меня? Мне нужен магний 7 солей. Магний 7 солей. Вы не переживайте, я потом отдельно сниму. Вот он, магний, сразу отдельное видео по каждому из продуктов. Объясню вам, почему их необходимо принимать. Сколько, когда. Плюс один. У меня остались мультивитамины, комплекс. Мультивитамины. Мультивитамины, минеральный женский, мультивитамины, минеральный мужской я выбираю. Мои закончились. Прекрасный БАД. Все, что мне надо. Составляющие опять-таки добавляю в корзину. Есть.
И у меня остается тирозин плюс йод. Это список продуктов, которые я в этом месяце буду потреблять. Тирозин плюс йод. Чик. Вот он есть. 688 рублей. Опять-таки добавляем в корзину. Есть, да? Так, я заказал все необходимые мне на следующий месяц продукты, исключая гейнер. Гейнер я поставил на оповещение, мне придет месседж в почтовый ящик и скажут, когда мне его доставят. Но у меня еще немножко осталось там на холодильнике, поэтому это не критично. Критично были все остальные добавки. Теперь мне нужно оплатить. Но для того, чтобы оплатить, вы должны запомнить одну главную вещь. Вот я перехожу сюда в корзину, нажимаю на нее, и меня перебрасывает в корзину. Здесь я смотрю, еще раз проверяю все, что мне нужно. Можно подправить. Я заметил одну ошибочку. Дай-ка я возьму три, добавлю себе магния. Три жидкого магния. Тык. Сумма немножечко увеличится. Но это не проблема. Итак, ребят, самое главное. Я вам все время даю свой промокод. Папа Смит. Правильно? Правильно. Так вот, чтобы перейти к оформлению, вниз идете, переходим к оформлению, нажимаем. Компьютер все подсчитывает. И вот здесь вот только те, кто зарегистрировался, могут получить мой специальный промокод Папа Смит. Бонусы и скидки. Вот сюда мы его убиваем. Папа. Латинским, разумеется, Папа Смит, что даст вам добавочную скидку. А здесь мы набиваем свое имя на русском, разумеется, языке. Владислав, фамилия Кузнецов, кто не знал. Населенный пункт и вписываем адрес. Свой адрес я не буду тратить время. Но что нужно сделать будет. Здесь оставляете информацию внизу, что нужно. Я обычно прошу, кто там у нас, курьер, позвонить мне за час до того, как он будет доставлять мою продукцию, чтобы убедиться, что я на месте, ожидаю его с оплатой. Общая сумма вот у меня там вырисовалась в 11, почти в 12 тысяч. Но с промокодом будет минус 10%. Поэтому я сейчас закончу дооформлять свой заказ и нажму промокод, чтобы получить скидочку. И дальше, что у нас? Оформить заказ к оплате. Представляете? Клик! Скидка получилась у меня. 3500. Оформляю заказ и, соответственно, там через карту и тому подобное. Надеюсь, ничего сложного не было. Сам я делаю это впервые, поэтому мне ничего сложного не было. Надеюсь, вам понравится. Используйте мой промокод, не забывайте. И добавки от Эвалар. Те же самые, что применяю я. О них я буду рассказывать позднее. Всем крепкого здоровья. Приятного аппетита.